с тобой, Толя, Жар-Парком, посмотри сюда, вот вообще бомба, бомбовое нахрен видео. А, вот сюда вот посмотри, да. Я вот такие вот вещи видел только у монтажников, которые занимаются вот элитными отделками бань. И сейчас я вижу вот в народном магазине «Печной эксперт» в Новосибирске. Ну, вы все новосибирцы знаете, это огромнейший магазин. Вот такие вот стенды с камнем. Это только начало. А вот теперь понеслось. Вот такая вот коробочка, которая называется «Рокс». Это именно тот бренд, который делает эти камни. И именно его мы сегодня будем рассматривать и укладывать в эту коробочку. Вот такие вот промо-образцы может получить себе любой магазин. Контакты, все ссылки снизу, как обычно. Вот это вот тоже промо-образцы, это компания предоставляет Рокс. А вот это непосредственно камни. Они могут быть разного размера. Это промо-образцы, повторю. Плитка может быть любой. Мы ее сегодня будем рассматривать. Но я сейчас вот что сделаю. Сейчас я провожу видеосъемку на свете. Сейчас я выровню его на теплый. И мы посмотрим камни на теплом свете. Вот такие вот они, да? А сейчас сделаю наоборот, мы посмотрим на холодном свете. Они вот такие. И свет я сейчас вообще выключу. Это будет походить больше на то, как у вас в бане освещение. И, наверное, иногда буду включать свет, иногда не буду. Поехали смотреть камешки и укладывать их в коробочку. Я их специально выложил, ну, как вот я вижу себе световые решения, я их так и выложил. То есть вот эта вот часть блестящая, вот эта вот часть желтого цвета, вот это красного, вот это зеленого, вот это коричневого. Фуф. Давайте начнем с самого крутого. Золото. Это реально настоящий аргентум. Золотолит. О, давайте я все-таки свет включу, хоть какой-нибудь. Обычно в бане используется желтый свет, теплый, поэтому я выставляю сейчас подсветку на теплое. И будем смотреть камни и их название. Золотолит, кора дуба, плетняк. Удобно. Дальше. А вот это вот у нас цвета серебристого. Где у нее зад, где перед, я не знаю. Но я думаю, компания Рокс проконсультирует. Это седой Урал, плетняк, золотолит. То есть более серебристого цвета. Это вообще серебристое. Ну так и есть. Золотолит, серебро, плетняк. Воу, ёлы-палы. Вот для тех, кто любит цыганщину, вообще тема. Посмотрите, еще какая золотая штука. Это вообще прямо вот чистое золото нахрен. 99%. Что же это может быть? Золотолит желтый плетняк. А вот этот... Тоже, наверное, золотолит, потому что тоже... Но он зеленоватый какой-то. А это, наверное, задняя часть его. Переходной плетняк. О, как золотолит, переходной плетняк. От золотого, наверное, к зеленому. Так. А вот это вот тоже блестит, сверкает. Отражает солнце свет. Золотолик шале плетняк. Ишь ты, ёлы-палы. Названия-то какие, дорогущие. Только это не название чего стоит. А вот это вот. Золотолит медовый плетняк. Охренительная структура. Главное, чтобы не попадало.
Так. Вот это очень просто, это я сразу знаю, что такое. Все, у кого есть печь Ферингер, знают, что это... Нет. А я что-то думал, что это песчаник. Да хрена с два. Это травертин, плитка пеленая. Но очень похоже на песчаник. Может, есть тут географы, которые скажут, травертин — это то же самое, что песчаник, потому что он, я тут вижу от ракушек какие-то следы. Очень прикольно выглядит. Так. Вообще не блестит. Ну, выглядит как советский дом культуры. Что это может быть? А это и есть песчаник. Желтый орех. Плетняк. Вот когда он шлифованный, он, конечно, симпатичный. Ну, ладно, не конечно, это тебе решать, симпатичнее, не симпатичнее. Ну, я могу только свое оценочное суждение дать. Ну, лучше бы его шлифанули. Но как натуральный, ну, выглядит как выглядит. Кому-то может нравиться, что. Так, а это что такое? Сланец, опавшая листва, плетняк. Ух. О, вот это вот с черными вкраплениями. Ох, как сэндвич выглядит. Песчаник, тигровый плетняк. Посмотрите, блин. Ну тут ништяк вообще. Ох. Слушайте, боярские, царские. Не удивлюсь, если все это стоит приличных денег. Хотя я не знаю. Может, есть какие-то дешевые, недорогие плитки. Так, придвинусь поближе. Вот это вот что-то с небольшими блестючками. Совсем небольшая блестючесть есть. Но она есть. Это песчаник южно-серо-зеленый. Ну, так как я тут думал, может, перчатку одеть, но забыл. Знаешь, обращает внимание, это не сифилис, ребята, это ожог просто от печки. Тут, блин, бывает такое еще, понапишите всякого. Вот. Лимезил плетняк. Ну, давайте, подождите, давайте с желтыми цветами покончим. Что у нас еще есть? Вот такая вот штука. Во! Ни хрена себе! Четко. Что это может быть? Песчаник, желтый плетняк. А это кто? Песчаник, горчичный плетняк. Поскромнее, но тоже ништяк. Ну, это вообще кусок бетона, на мой взгляд. Я не знаю, наверное, самый дешевый камень. Кажется, что самый дорогой. Песчаник шардоне плетняк. Блин, ребят, только за слово шардоне можно его задорого продавать. Не задешево. Так. Вот это вот приятно выглядит. Ой, особо на спиле. Ой, блин. А что это такое? Кварцит. Светло-серый плетняк. Ой, ёлки. Особо спилы приятные. О. Так, все, с желтыми цветами покончено. Давайте примемся за какие-нибудь бордовые и красные. Вот они у нас. Шрых. Посмотрим, что есть. Выглядит как обычный керамобетон. Не очень. Песчаник, южно-красный плетняк, термо. Почему термо? Не знаю. Вкрапление в него... Небольшие белые. Ну, тоже как бы... О, ну с другой стороны, да, другое дело. Ну, я не знаю, какая у него лицевая, какая задняя. Это песчаник, бордовый плетняк. А это плетняк, это ништяк. Вот этот вот. Вот это вот, блин, богато выглядит. Так. Лимезит плетняк. Ну, обычно керамобетон выглядит во всяком случае. Ну, я комментирую, потому что, блин, это мой ролик. Молча давай делай, показывай. Да хренушки. Не знаю. Не мое. Вот это не мое.
А вот это, ребятки, мое. То есть тут прям он слоями. Вообще охренительно. А вот это вот мне нравится. Сланец фиолетовый плетняк. Так, дальше у нас идет всякая зеленоватая, серо-зеленая цветовая гамма. Начнем, наверное, с самой темной плитки. Все вы ее знаете. Пироксенит. Просто стандартный пироксенит. Хорошо полированный. Вот, тоже все знаете, но это сланец. Я думал, это немного другое. Сланец черный, кровельный называется, плетняк. Ништяк. Ништяк вообще. То есть, когда вот структура не шлифанутая, вот с такими вот наслоениями, очень богато выглядит. Серпентинит, зеленый плетняк. Нормально. Не сказать, что прям вот воу, но нормально. Серпентинит, черный плетняк, а вот это красиво. Сланец, серый антик плетняк. Вот с этой стороны он не шершавый, а задней части задницы, задницы я чувствую, что здесь шершавый с другой стороны. Вот, здесь совершенно все по-другому. И вот такой вот камень. Называется сланец зеленый плетняк. Ну что, мне для любимого дорогого зрителя времени жалко, поэтому я давайте сделаю наоборот. Свет поставлю вот такой. Это называется свет холодный. И сделаю для вас все наоборот. То есть выложу все камни. И посмотрите на холодном свете. Выкладываю я в той же пропорции, что и закладывал. Ну, то есть в той же очередности, что клал. О. Поэтому называть, что выкладываю, не буду. Смотрите, серебро на холодном свете прям вообще, ух! Отодвину подальше. И медленно пройдусь. Богато. Ядрить богато. В общем, вы все увидели. Если вы в Новосибирске, печной эксперт, в любых других городах, Рокс, по ссылке, есть контакты. Все у них спрашивайте, особо магазина. Повторю, это все материалы, которые выдаются магазинам для торговли. И вот это тоже. Всем пока, всем привет. Лайса поставьте, аж трудился. Пипец перетрудился, да? Но все равно лайса поставьте. И начинайте обсуждение. С вами Толянчик был.
Класс!